Приветствую вас. Я думаю, что, во-первых, здесь в какой-то степени есть разница во взглядах, разница в подходах к жизни. Вот, я так думаю, потому что сложно представить, что так уж сложно было предугадать, что человек может выбрать что-то другое, не там, например, не вас, да, не проживание с вами, а там вот то, что он выбрал, как раз. То есть я имею в виду карьеру и прочее. Вот. И, на мой взгляд, вы, вероятно, не хотели замечать каких-то его предпосылок к этому. Вероятно, вы хотели сделать вид, что вы вместе, вам, может быть, вам было страшно. Я, конечно, этого не знаю. Вне всякого сомнения. Но одно я знаю точно, что мужчина, вероятнее всего, свой выбор сделал, а вам сейчас очень-очень тяжело. Ваш вопрос, как пережить, кроется в нескольких аспектах. Вот. Первый аспект заключается в том, что вы к нему привязались. Вот. Ну, достаточно сильно привязались к нему. Второй аспект заключается в том, что, на мой взгляд, вы слишком много внимания уделяете отношениям. На мой взгляд, вы слабо достаточно занимаетесь собой, и вот как раз привязка возможна тогда, когда человек подменяет свои, допустим, ценности, ценностями другого человека. Вот. И в данном случае вам нужно поработать со своей привязанностью, вам нужно ее раскрыть, вам нужно увидеть, что за ней стоит. Вот. Вам нужно увидеть некую повторяющуюся ситуацию, что-то уже не первые отношения, где мужчина от вас отдаляется, да, то есть человек не воспринимает вас, получается, как своего серьезного партнера. Простите, я знаю, что вам это неприятно, но это так. Значит, что-то в вашем поведении наводит мужчин на эту мысль. Вполне вероятно, как раз таки то, что вы вот, ну, привязывайтесь, вот, и привязывайтесь, что называется, через чур. Вот. То есть это вот именно что, такая вот, значит,
чересчур, ну, позиция, чересчур привязана к вам, чересчур привязана к человеку, простите, к человеку, позиция. Вот. И, соответственно, это то, на что вам, на мой взгляд, нужно обратить свое внимание. Дальше. Значит, не знаю, что делать, как выйти из этой ситуации, ну, как выйти из этой ситуации, чтобы что, не могу теперь нормально его восмешивать, просмотр, так как вижу, его понимаю, скоро вместе не будем. Но здесь ваша потребность есть в том, чтобы быть с ним вместе. Это именно что, ну, вас именно что, что тянет к человеку. Вот. И с этим нужно разобраться. Что вас тянет именно вот. Что вы не можете без него. Это работа с личными границами, с самооценкой, вот, со страхами, с чувствами, потому что вполне вероятно, что с чувствами другого человека вы пытаетесь заместить свою пустоту. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.